эхо! Эхо! Еще громче, эхо! Да! Отлично. Я хочу поздравить вас с успешным завершением первого Всероссийского молодежного форума «Экосистема». Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в создании этого замечательного форума. Это Росмолодежь, правительство Вологодской области и лично губернатора Вологодской области. Я хочу пожелать вам не сдаваться на этом пути. Это трудный путь, непростой. Но нам с вами его предстоит пройти. Вы умницы, вы молодцы, вы очень сильные, смелые. Я горжусь, что у нас такая молодежь. Ну, на таком форуме мы первый раз, и нам очень понравилось. Много положительных эмоций. Надеемся, что когда-нибудь еще на каких-нибудь форумах тоже побываем. Много знакомств, новые впечатления. Я очень горжусь, что такой форум прошел у нас впервые на Вологодской области. Меня переполняют эмоции. Очень радует, что все спикеры открыты, и представители власти тоже открыты к диалогу с нами. Это все очень круто. Мне очень понравилось, что есть энергия от каждого человека. Когда каждый что-то делает, постит в этой сфере. И я-то вообще в большей степени был за здоровый образ жизни. А к экологии, ну так, относился интуитивно хорошо. А сейчас я просто понимаю, что нужно активно и активно в этом плане действовать, чтобы это распространялось прям в массы быстро. И все, кто здесь, они помогают это делать. Скажите честно, вам эти 3 дня, 4, понравились? Встретимся через год? Обязательно! Спасибо вам за море позитива, за море креатива, за новые свежие идеи. Вы действительно создаете тренды. Глядя на вас, понимая, что наша планета будет зеленой, наша страна будет краше, ярче и лучше. Спасибо вам! Мира, добра, счастья и удачи! Я сейчас испытываю чувство счастья и гордости, осматривая тот путь, который мы прошли с вами всего за полгода. От идеи создания форума до его практической реализации. Задача, которую решали организаторы, мы с Антоном помогали, была очень сложная. Мы себе поставили задачу провести не только первый всероссийский экологический форум, но и, наверное, первый форум молодежный в стране, форум, который придумала сама молодежь. Честно скажу, ни одной сессии, которую придумал какой-нибудь чиновник на форуме, нет. Все было придумано и сделан заказ самой молодежью. К сожалению, эти дни заканчиваются, но я уверен, что мы не ставим точку в этой истории, в этом форуме, а мы с вами открываем новую книгу, чтобы переписать всю экологическую политику страны. Ура!